живое, как сосульки сладкий лед за щекою. Сосудистую деятельность постепенно немного улучшила состояние. И утром степень дыхательной недостаточности несколько уменьшилась. В дальнейшем на протяжении дня вновь возобновились тяжелые расстройства дыхания. В моче обнаружен белок и красные кровяные тельца при нормальном удельном весе. При исследовании крови отмечено увеличение количества белых кровяных телец до 17 тысяч. Температура утром и днем была повышенной до 38,6 градуса. Здрасте. Лечебные мероприятия проводились в виде вдыхания кислорода, введения камфорных препаратов, кофеина, страфантина и глюкозы. Было повторно произведено кровоизвлечение посредством пиявок. В связи с повышенной температурой и высоким лейкоцитозом усилена пенициллинотерапия, проводившаяся в профилактических целях с начала болезни. К ночи состояние здоровья и все равно никакие антихристы никогда не заменят Христа. Оставаться тяжелым. Больной находится в сапорозном, глубоком, бессознательном состоянии. Действительный член Академии медицинских наук, профессор Коновалов. Действительный член Академии медицинских наук, профессор Мясников. Действительный член Академии, профессор Глазунов, профессор Ткачев. Доцент Иванов Незнамов. Мы передавали бюллетень о состоянии здоровья Иосифа Виссарионовича. Надо надеть какие-нибудь другие ботинки. Эти уж слишком непрезентабельны. Не было у него других. Не было. Единственный. Где вы еще найдете такого человека? Даже вторых ботинок себе не нашел. Ну хорошо. Будем надевать на похороны эти ботинки. Только не забудьте прикрыть их цветами, что ли. Внимание! Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Центральный комитет
Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров СССР, с чувством великой скорби извещают, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался Иосиф Виссарионович Сталин. Дорогие толстые братцы, всю грязь земную, срамоту нашу. Мы вас обиду не дадим! Осторожно! Осторожно! Давайте! Давайте сюда, вот эти дочь! Вот и вот и все, зачем вы подходили! Не могу. Она устала. She's worn out, like Russia itself. Она измучена, как сама Россия. But who knows? Но кто знает? Parents' coffin could be the cradle. Гроб тирана станет колыбелью свободы. I thought the image of Russia. А я раньше думал, что образ России это не девочка, а бабушка. Всех бабушек слугов убирает. Неужели старость есть и ненастье, и несчастье это месть нам за счастье? Нет, 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 не убито. Все, что за Oh, it's really you. Это действительно ты. My own funeral.